Узор называется рельефная резинка, два лицевых рельефных столбика, 2 изнаночных. Раппорт составляет 4 петли, я буду вязать горизонтально, соответственно, в конце вязания мне нужно добавить еще 2 петли, то есть я буду вязать на узор на 22 петельки, то есть сейчас я делаю первую петлю и набираю 22 петли воздушных. 1, 2, 3, ну и так далее, всего 22. Так, вот у меня 22 воздушных петельки. Сейчас я первый ряд провяжу столбиками без накида, добавляю одну петельку и, соответственно, провязываю все петельки столбиками без накида, но достаточно в свободной форме, чтобы потом удобно было вязать рельефные столбики. Ну и так далее. Так, вот я связала первый ряд. И сейчас мне нужно будет развернуться. Для начала, поскольку столбики у нас высокие, для начала я свяжу цепочку из 2 воздушных петелек. И теперь вот отсюда я буду вязать. То есть первый столбик у меня заменит лицевой. Вот отсюда я буду вязать рельефные столбики. На втором столбике я вяжу лицевой рельефный столбик. То есть 2 лицевых у меня вот здесь. Первая цепочка и второй лицевой. Дальше я свяжу 2 изнаночных. Находим следующий столбик, вот он. И, соответственно, сюда провязываем изнаночный столбик с накидом. И в следующий также. То есть получается 2 изнаночных. Затем опять 2 лицевых. Так. Ну и так далее. То есть 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных. И закончится вязание должно в данном случае лицевыми, потому что с этого ряда мы начали с лицевых. Ну вот я почти закончила, то есть здесь у меня осталось 2 столбика, соответственно, я провязываю их лицевыми. Так, вот последний столбик. Дальше я опять поднимаюсь, свяжу 2 воздушные петельки. Здесь у меня, если я переверну вязание, у меня уже будет изнаночный. Соответственно, вот этот столбик я провяжу изнаночным. А следующие 2 лицевыми. Так, лицевой и лицевой. Ну и так далее. То есть над изнаночными изнаночные, над лицевыми лицевые. С этой стороны у меня в конце будет 2 изнаночных. Так, теперь я заканчиваю вязание данного ряда. Здесь у меня 2 изнаночных столбика. Соответственно, я их довязываю. Так, теперь вяжу опять 2 воздушные петельки, и с этой стороны эти петли уже лицевые. Так, первый столбик мы связали, соответственно, здесь второй столбик лицевой, а дальше изнаночные, лицевые, изнаночные и так далее. То есть получится вот такой вот узор. Так, небольшой комментарий, здесь можно не вязать цепочку в начале вязания, а вязать рельефный столбик, тот, который нужен. То есть, если лицевой, соответственно, лицевой, если изнаночный, соответственно, изнаночный. То, как у вас будет получаться. То есть, здесь есть варианты.
Можно так, можно так.